Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. И сегодня очередное мгновение, шестой день нашего отдыха в Мексике, в резорте Рио Палас. Сегодня прекраснейшая погода, тепло, солнышко сквозь тучки пробивается. Мы вчера целый день провели на экскурсии. Приехали домой уже поздно, было почти что 7 часов вечера. Мы приняли душ, быстренько переоделись, сходили, поужинали и как завалились спать. Сегодня проснулись утречком и никуда не охота было идти уже. И потом снова завалились спать. Потом в 11 часов Аллочка встала, пошла на свои там аэробики, растяжки, зумбы. Она у меня это все не пропускает. А я спал до 12 часов дня. И вот 12 часов дня проснулся, сходил, попил кофе с курасанчиком. Выпил экспрессо двойной. И сейчас вот направляюсь уже на пляж. Я же говорю, погодка сегодня просто обалденная. Красотища. Тепло. Солнышко. Птички поют. Жить хочется. Погодка такая, облачно с прояснениями. Но это классно, не сгоришь. Мы и так за вчерашний день подпеклись конкретно. Все тело как бы чуть-чуть поджарилось. Здесь идет уборка бассейнов. Nice weather. А он в небе. Смотрите, как высоко летают парашюты, если вам видно. Дельтапланеристы на таких с моторчиком дельтапланах, как бы. Высоко. I know. Thank you, sir. Он говорит, что они с пляжа взлетели и приземляться будут на пляж. Красота здесь просто неописуемая. Мне так нравятся вот эти вот пальмы, они так красиво растут. Высоко ребята поднимаются. Меня там спрашивали, что это за орлы такие. Они похожи типа как на орлов, которые на гербах многих стран
том числе России, там как-то по хвосту их определяют. Я не знаю. Вот смотрите, какие здесь орлы. Точно такие же орлы на поручнях в центральном холле, в центральном здании. Что они обозначают, что они символизируют, без понятия. Ну а здесь, скорее всего, Венера без головы. А вокруг нее здесь вот планеты расположены. Но это нужно знать древнюю мифологию греческую. Тогда будешь знать, что это такое и кто изображен на этой статуе. Хотя, может быть, где-то есть надпись какая-то? Нет, не вижу. Ну, не важно. Догадайтесь сами. Кто разбирается, тот поймет. О, спустился один на крышу. А, они без моторчика, они просто такие, как бы парашюты с этим. По воздуху летает. А, там их по пару человек вроде бы. Вид, конечно, грандиозный, завораживающий этого резорта. Так красиво все оформлено, сделано в белом цвете все. Уже открыт ресторан, где обед. Ну да, уже без 15 час дня. Он с 12 часов работает. Но я, честно сказать, кушать не хочу. Кофе выпил. До вечера мне хватит. Работает бар возле бассейна, разносят напитки, люди отдыхают. Кто захотел, уже пошел вон в ресторан на обед. А мы идем просто на пляж. Sí, sí, sí. Ok, caballeros, voy a informarles que estamos iniciando con nuestro juego de voleibol en la piscina. Y que si nos quieren acompañar, nos vemos en nuestra piscina de actividades. Ladies and gentlemen, this is your man, you know, my favorite. На пляже все те же люди.
А на пляже все те же люди. А над Канкуном снова дождь сегодня. Видите, какая туча там. Тут-то Саша дрессирует чаек. Что-то они же зажрались, Саша. Получается, получается. Ага. Нам тут местные жители принесли специальный мексиканский food. This is special Mexican food. Special edition, yeah. Fresh, yeah. Cool. People say the water to the stomach, not to the river. Nice. Это, короче, ракушки и специально приготовленное мясо ракушек. Короче, этот человек директор пляжа. Директор пляжа. Директор пляжа, да? Это директор пляжа. Через него можно достать здесь все. Он контролирует полностью здесь всех этих торговцев, всех этих бизнесов. Thank you. И вот нам сейчас приготовили чисто натуральное мексиканское блюдо. Свежевыловленные ракушки shell. Ага, ракушка каракол большая. Ее ловят на лодке, короче, выходят в море, и там глубоко их вылавливают, ныряют. А потом их приготавливают и в специальном соусе держат час. И только потом они готовы со специальными приправами. Здесь добавляются вот такие спайсы. И это... You can show me one more time picture. What can I sell this? Caracol rosado. Caracol rosado, yeah? Sí, señor.
Интернет. Yeah, it's internet is slow. This is the вот тут такие вот, я не знаю, вам видно. Над шоу. Вот это с вот этой ракушки, короче, вылавливается мясо. Каракол рассаду, видите? И вот это мясо приготавливается в специальных маринадах, соусах. Это чисто национальное мексиканское блюдо. Thank you, sir. И вот. Ну как, девчонки, вам нравится? Вкусно. Короче, этот директор пляжа контролирует здесь всю эту местную братву. Они все вот здесь вот торговцы эти торгуют, предлагают все услуги полностью. И все, короче, доходы идут к нему, а он уже делится здесь с местными, короче, полицией, директором этого отеля. Короче, у них здесь все схвачено, как говорится. Но через него можно достать все, полностью предлагает любые услуги. Найс. Надо? No babies. Надо babies. Before years, now I'm gonna play. I'm 39 years old. I wanted when I was 30 years old. Now I'm... You like cook? Sure, yeah. You cook fish too? Yeah. Everything? Good. Then cook better because good for... Last week. Oh. 16 kilos. Oh, yeah. Yes, big. Wow. Last year I have vacation in Catalonia, Royal Tulum. I am go to fishing too. I am fish two fish. One big barracuda and second fish. I am not remember. What name, Al? Do you eat or not? No. Only cook me one piece for me, one piece for wife. Nice. Короче, он сам готовит, ему 39 лет. Он очень любит готовить все. И он готовит национальную мексиканскую пищу, в основном сефуд, морскую рыбу, кальмары, креветки. И вот сейчас он нам приготовил вот эти вот ракушки. Очень вкусно. Правда, оно очень спейси. Такое пекучее, острое, но вкусное, обалденно. Что, Оксана, понравилось? Так что ж, добавки хочется, да? Nice. Парашютистов этих сбрасывают с самолета, они спрыгивают и потом вот так вот спускаются, видите, к пляжу. Сейчас он будет спускаться прямо на обозначенное место на пляже.
Видите, прямо в кружочек приземлился. Находимся на ужине в японском ресторане. Заказали супчик. Нам всем вот принесли суп. Вот такие вот тарелочки. Сейчас всем заливают горячий суп. Давай еще. На второе блюдо я заказал якисоба с жареной свининой. Видите, как шевелится блюдо? Что, Алла, живая? У тебя Селман не шевелится? Оксана, а у тебя что? Как называется? Говядина. А у Вадика что? Как мене. А Сашки, бачиш, темпо. Там риба. Приятного аппетита. Саке. Саке. А кто мне скажет, почему оно так шевелится? Оно что, живое? Да. Эти японцы поедают все подряд. Все, что шевелится. Мы тоже, да, Саня? Будем кушать все, что шевелится. Вот оно как раз шевелится, видите? Интересно, да? Да.